Саженцы Будлей Давида Шугаплам – одни из самых популярных среди почитателей этого удивительного растения. Быстро растущий кустарник достигает в высоту 80 см, его длинные побеги элегантно склоняются к земле. В период цветения, который длится с июля по сентябрь, ветви будлей усыпаны колосообразными соцветиями, покрытыми ярко-розовыми цветками. Шугаплам – идеальное решение для создания оригинального ландшафта на садовом участке, может также использоваться для создания живой изгороди. Предпочитает посадку на хорошо освещенном месте, относительно засухоустойчиво, требует обязательного укрытия на зиму. Будлея Давида, Шугаплам – это кустарники высотой 150 см с типом роста, среднерослый, диаметром 100 см. Цветет растение в месяц – июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Аромат у цветов сильный, приятный. Окраска цветка – пурпурно-красная. Лист растения по форме яйцевидный, ланцетный. Весной листва по цвету зеленая, летом листва зеленая, осенью листва зеленая. У растения нет шипов. Важно, что будлея Давида, Шугаплам самоопыляемый, обои полый. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.